Плановое заседание комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству общественной палаты городского округа Мытищи в этот раз состоялось в рамках партийного проекта «Городская среда». В преддверии теплых месяцев на повестку общественники выносят два важных вопроса. Текущий ремонт подъездов в многоквартирных домах и благоустройство территории муниципалитета. В 2018 году благодаря программе «Мой подъезд» в мытищинских многоэтажках были приведены в порядок 457 подъездов, пояснил присутствовавший на собрании представитель управления ЖКХ и благоустройства Игорь Мартьянов. В настоящее время все 457 были завершены работы. Ну, вопросы были, да, то, что касается именно недоделок, да, или тех или иных там вопросов, которые относились именно к ремонту, они также были завершены. Все акты принимались строительным надзором, представителям ассоциации многоквартирных домов или и уполномоченным представителем от совета многоквартирного дома. Напомню, программа «Мой подъезд» действует на условиях софинансирования. Часть средств, затраченных на ремонт, принадлежит жителям многоквартирного дома. Часть предоставляют Московская область и муниципалитет. Мероприятие стартовало в начале 2017-го, и кое-где первый блин, как оказалось, вышел комом. Жители одного из домов на Олимпийском проспекте недовольны, что за два года не были устранены недостатки, допущенные во время ремонта подъездов. Председатель комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству Алексей Чуев предложил коллегам внести адрес в график очередного выездного заседания. Можно? Уже на выездное заседание? Мы его можем? Мы там уже были. Нет, еще у вас с участием вложено того же. Почему нет? Смотреть, почему там не делается. Будут систематически проверяться и те многоэтажки, в которых подъезды только начинают ремонтировать. К слову, в 2019-м в городском округе Мытищи будет приведен в порядок 151 подъезд. Члены общественной палаты планируют не спускать глаз из тех, кто в этом сезоне займется благоустройством территории муниципалитета. Мы планируем при выездных заседаниях смотреть, как начинаются работы, то есть воочию увидеть, заброшенную ли территорию, в каком она находится состоянии, и в процессе проведения этих работ контролировать, смотреть, может быть, скорректировать какие-то конструктивные решения, там, размещение каких-то детских, спортивных, потому что у жителей обычно свое личное есть видение. В ближайшее время члены комиссии по строительству ЖКХ и благоустройства отправятся в микрорайон «Дружба», где запланировано разбить новую зону отдыха. Общественники намерены осмотреть место предполагаемого строительства, поговорить с мытищинцами, поинтересоваться их взглядами на происходящее. Юлия Федориненко, Надежда Трифонова, Денис Петров. Информационная программа «День».